все эти годы Нурсултан Назарбаев вел борьбу со свободой слова, с оппозиционными партиями. Вообще шла тотальная борьба с инакомыслием. И за 30 лет его правления, по сути дела, мы уже дожили до того, что людей арестовывают за пустые плакаты. И вы понимаете, что за эти годы было огромное количество репрессий, тысячи. И мы знаем буквально десятки, сотни, может быть, но мы прекрасно понимаем, что таких жертв этого режима тысячи и тысячи. Поэтому я, по сути дела, обращаюсь к вам, когда вы будете участвовать в этом челлендже, вы можете выставить портреты именно ваших близких людей или тех, которых вы действительно считаете политическими заключенными и которых вы хотели бы, чтобы страна узнала, кого-то вспомнила. Конечно же, мы будем формировать списки тех людей, которые точно пострадали от режима Нурсултана Назарбаева. Конечно, мы будем разрабатывать различные компенсационные механизмы именно материального характера, которые бы каким-то образом компенсировали частично те потери, которые вы понесли, находясь в тюрьмах, или пострадали ваши близкие родственники. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.